которые обманули сотни людей, задержали в Иванове. Звонили, представлялись сотрудниками банка, пугали, что с карты списывают деньги, убеждали назвать пин-код. Казалось бы, преступная схема давно всем известна, но до сих пор находится хотя бы один из 10 человек, который не грузчик. Dime, you gonna play this shit? Bro, we got the fucking sauce, boy.